Да. Всем привет, друзья! Вот она, Великая война. Война за Италию. Хватит, 30 тысяч? Ну, нам бы все или помогли. Австрию. А у тебя есть флот вообще? Ну, у меня торговый только. Ты можешь попробовать через Мали, через Марокко в Тимбукту пройти и там Андалусию оккупировать еще. Между делом. Я еще не уверен, что мои потопят и тот английский флот. Но там был половина транспортники. У тебя галерки с бонусом. У меня 33 галерки только. У меня вообще нет галерок. А, 500-й год, кстати, можно 3 союза. Да, можно. Призываю? Сейчас, подожди, я Оман захвачу. Виза тебя призываю, да? Ну чё, Колян, вступаемся? Да. Сейчас. 76 тысяч только придут. Подожди, я подойду полностью, и флот мой вывертится к английскому, туда. Блин, там еще французский флот плавает. А где ваш флот? Я сейчас думаю, что тупо мой флот весь расхерачит. User joined your channel. Да. Пошли в Балтику. Пошли в Балтику. User left your channel. User left your channel. Что происходит? Сейчас воевать будем за Луговца. Коляба, да, в канал, да, чуть ниже спустимся. Шли во Флудилу. Что, блять, Эфиопия будет воевать сейчас в Европейской войне? User left your channel. Против зла абсолютного надо воевать. Ёбаный рот. Карамель, гости, говорю, ты совершенно не знаешь, как дела делаются в этих партиях. Алло, призывай. Да, я призываю. Ой, боже, ребят, какое тут веселье. Лёва, ты да. Серьезно хочешь А, окей. Ну, ясно. Жалко. User left your channel. Ой, как английский флот отлетает вообще просто в хлам. Да я тут у него воевал, я у него три караки захватил. Сейчас Саню закинем сюда. Таня. Вы еще жаловались. Тайла, слышишь? Ты готов? Да. Тайла, а ты мог бы папать столицу себе для института? А то она медленно идёт. Скорее всего, мог. Ну, если б смог, было бы клёво. Оно б через Новгород понесло бы быстренько. Кстати, да, я сейчас папа. Не, ну это вообще реально чирень. Майнц убивается об Францию, как обычно. Так, Эфио, подави мне, пожалуйста, в Анатолию в Астане. Где мамлюк? Перетащите мамлюку сюда. Мамлюк сейчас. Пошли в комнату возьму. Какую? А где? Куда? Где? Как? Куда мы пошли? Я запутался. Куда идти, Лев? Я не могу пройти, подожди. Почему? Да, походу, визы этот. А, да. Что делать? А из Венеции на поезд точно не можно? Почему не можно пройти? Я так шутом не могу. Не, я предлагаю в субтир или, или я не знаю, что делать, меня шотнут. А стоп, а сейчас можем? Сейчас. Приз, нет. Что, это нет. Как? Так, смотрите, давайте я даже паузу поставлю ради такого дела. Великобритания. Короче, Англия, смотри, корабли свои веди в Прованс. Папа, думаешь, у меня много корабликов? Все свои корабли веди в Прованс. Сейчас мы объединимся в кучку, побьем Византию, все будет четко. Хорошо. Ну, хотя бы папа тогда. Расконсервируйся и приводи в Прованс. Да, да. Войска куда вести? Дальше налево веди, налево. Картошка, у тебя есть 200 монеток? Нет, у меня денег. Я с тобой. Плохо. Да, я вижу, все нормально, смотри. И дальше налево иди, дальше налево, потом вниз. Там на севере меня ишки оккупируют. Я могу туда пойти, нормально? Пойду их побью. Правильно иду? Налево вниз. Теперь вниз. Нет, туда... нет, стой, остановись. Да. Еще налево, а потом вниз. Не могу вниз. Пройти почему-то. Я не могу пройти как-то. Налево. Ты пройдешь-то налево, еще налево иди. Ты ушел, не могу пойти. Я могу пойти на территорию Атастака. Что не могу пойти? Да ты можешь же в чемпионат пойти. Не могу. Я ж пахну по всему просто.
Ну иди, иди налево вниз, вниз, Андалусия. Иди, вниз. Ты тут? Да. Чё? Да. Иди свои корабли в Прованс. Прованс. А блин, ну ты можешь в Цепианак пройти вниз? Ну серьезно, ну Ребес, ну что за бред? Я не могу пройти, не могу. И никак. Не вообще никак. Я ж бах, у меня красный какой-то крестик. Ладно, все. А, Андалусия, 3-4К из угодий выведи куда-нибудь вниз. Ладно. И из Монту, и из Феррары тоже подальше чуть отойдите. На тебя нападает, веди всю армию туда. Ребельсон. Кто нападает? Это да, не на вас, на Ребельсона. А. Картошка, из Феррары чуть-чуть подальше отойди, лучше налево куда-нибудь. А вы знаете, что меня шотнут в Венеции, да? Ну, знаем, да. Да. Охуенно. Нет, мы можем в Тревизо идти. Ребята, идите в Тревизо, быстро. Быстро-быстро, иду. Хотя, а мы успеем? Успеем. Да-да, пойдем в Тревизо. Ну там, по крайней мере, подкрепление у них. А мы заблочим, воу. Да. Картоха? Mm. Успеешь? А, во, тут византийские. Ничего. Я, блин, я смогу остановиться вообще, нет? Пух. Византийские печи. А меня шотнули, ребята. О, БД-5-1, отлично. Это в большинстве. Опять заруба, понятно. Опять народ, Коская заруба. Что делает ивент законные владения? Француз, 22 и 24 тысячи тоже иди. Они идут. Я вижу. Жесть, у них тут мясо. А короче, восстанавливаемся, User Нидерланды там, потом... Окей. Okay. А, смотри, иди за мной дальше, там у него, видишь, он крепость отбивает. Не армия, а остались долго. Потому что я помню, что мясо. За море, в принципе. Это морский. Ага. Смотри, может, их больше выкинуть. Отступаем, отступаем. Куда? С Тревизо. Ну, в папу. В папу отступаем. Ладно, я отступил. Отступайте вы теперь. Теперь... Ну там мышки остались. Все понятно. Понятно. Ты можешь белый кинуть, и не согласятся на белый? Не, какой белый? Нет, скорее всего. Не, какой белый? Хорошо. Какого белого? Ну, Византия, аутист... Кстати, народ. Ну? А, блин, Крошку надо звать, блин, на Рашку. Левый аутист похлеще, чем эфиоп. Вот. User left your channel. User joined your channel. Опять Венецию взяли, уроды. Хм. Если бы ты там мог бы фанатиков поднять, но не махёшь. Просто попадает. Генерал как генерал. Картошка, генерал, кстати, генерал. Картошка. Где картошка? Он ушел с Ребельсоном. Он с Ребельсоном. Издевайтесь, какой ушел с Ребельсоном? Картошка. User left your channel. А его тут вообще нет. Пришла. Классно. Ей, еще один конченый идиот пришел. Ура! Когда вы успели наоберить? Эфиоп. Эфиоп. А, ну это бы я же сказал, что ты идешь к визу, Эфиоп, я же говорил об этом. Ну, мы знаем, но я их говорю, два конченых. Вот и надо было, чтобы побежать. Дорт, стимул, выйдите отсюда. Объясни мне, зачем ты заступился за Османа, объясни мне. Потому что просто я все равно ничего не там объясню. Выйдите отсюда. А я... Ты вообще Ацтеку деньги даешь, ты чё, блядь? Я не даю Ацтеку деньги. Ну-ну. Так а вообще западную цивилизацию, господи, я понимаю. Сука, это не деньги. Субсидии — это не деньги. Конечно, выйди отсюда. Кстати, этот фраз, что с флотом? Да, пойдем сюда, западную цивилизацию. Так, сколько у нас корабликов там? Я предлагаю войти. Короче, смотрите, я вот вывожу флот, вы тоже выводите. Куда? Просто в море. И присоединяйте его к моему. Присоединяйте к моему. Присоединить. Нормально, мы отступаем, там моя крепость. Анталузия, выводи флот. Ща. Кто такой Кайзен? А, блин, Ребельсон. Я не могу добавить себе. Жаба, жаба. Уходи, уходи, тебе шотку. Пора жаловаться, короче. Куда? Заткнись, Никита. Сам заткнись, дебил. Да заткнись, смотри, свою пасть, а. Ребельсон, стой, стой так, восстанавливай БД. Все? Андалусия, стой, куда ты идешь? Флотом. Что, куда? Куда идти? Присоедини свой флот к моему. Англия тоже.
свой флот к моему присоедините, чтобы я водил. А ты свой-то флот объедини. Соединение с союзниками, подожди. Соединение с союзниками поставь. Я присоединился. Я вот, вообще не могу присоединиться. Потому что ты не в одном море. Стой, все, присоединяй. Я так быстро прошел. Сука, еще и поехали. Короче, меня шотнули в Америке, и хрен себе, Ребельсон. Господа, короче, смотрите, внимание, сейчас идем воевать с Эфиопией. Картошка, присоединив свой флот к моему. 93 корабля, видишь, присоединил. Хорошо, сейчас идем воевать в Модену. Модену, идем воевать, погнали. О, Рашка вступилась, красиво. За кого? Аллилуйя, а, Русиня капитулировала, ауе. Сусилезию мне точно нужно для задания. Вы читеры, вы что, им реваншизм настакиваете, что ли? Так, подожди, Крайпер, ну это выходит 47. Вить, как тебе война? Не смотришь? Смотрю, я бегаю между двумя войнами. Вы там что, Русини, реваншизм делаете? Крайпер, а можно без Ратибора, плюс? А, давай только Силезию, все, и все. Не знаю, может... Тогда с Ратибором. Беспознанно, да, он имеет в виду. Так, ну вы мир поставьте, там вроде это что-то... Да, капает. Ребят, поставьте паузу. Так, окей, три провинции передаю. Глогоу, Бреслоу, Ратибор, так? Так, ну... User was moved out of your channel. Ну ладно. User was moved я to тоже your хочу. Channel. Yeah, чё-то изи. Ну как бы чисто Финляндия войну затащила. Ну да, мне тоже так кажется. Чё-то изи. А я блин, думал, испугался. У меня угодья кончились, что делать? Зачем я армию строил? Я вот деньги потратил. Блин, надо, я забыл, надо было провинции Адоеву передать. Я ж корить не могу все это. Боже мой. Передать, так ты сейчас нет, передай, не да. Могу, он даймё. Я не могу ему ничего передать. А, блин, ты не реформированный? В смысле? Ничего, я не понял. А ты уже можешь... Ну, мне что-то вон даю, короче, это меня... А, да, хорош. Точно, надо сменить хорош. Форму управления, точно. Диспотин. Ну вот мы вам помогли. Да. На самом деле, помогли, как могли. Я искал все... Боже, ребят, ребят, спасибо, что подсказали вот по поводу Адоева. Это я, так что. Спасибо. Короче, про форму управления это был я. Один. У меня выпал... Генерал на 5. User left your channel. На 5 мощи натиска. Гарахи бьются сами. Как хотят. Это что за событие, Русини? Это зрада. Я думал, это договорняк, типа реваншизм тебе достакать. А мне никакой штабхит не можем кинуть сейчас. Но у меня что? Так был почти фул. Штабхит никакой не можем кинуть. Нет, не, нужно 50 счета. Это удар в спину. Да, предательство да. Крипера. Двойное. В принципе, у них здесь один торговый флот. В принципе, они по-божески так от... Не так очень много взяли. У тебя реваншизма 90 теперь. У меня было 50 почти. Пошлите в Лотарингию, Сань. Там Англия, да, вот полная, пытается почти ко мне диверсантов закинуть. Англия, Эфиопу, умная, если есть войска в Африке, попробуй в Андалусию пройти, там Тимбукту оккупировать и так далее. Сейчас, сейчас. Воспользовались, ребята. Англия 2000 тут высадила. Так, мне к вам идти? Да, давай к нам. Сейчас пойдем. Францию с топ-хитом будет проще. Я сейчас 20 кашотну. Английских и голландских. Тор, смотри, надо сказать, ребят, смотри. Темной ночью. 40 тысяч храбрых ацтеков поймали в засаду. 80 тысяч оккупантов. Вырезали их всех. Дискрик где-то. А что там, говорят, уже Русинию попилили?
Ну так, на пол шишечки. Пол шишечки это как? Ну она вроде капсулирована. Ну это на 100 скоро, одной войной. Шотнул 32 голландцев, 32к в Голландии. Кинь 120 монет, пожалуйста. Ацтеки моща, да, Тортик? Торт, а сколько у тебя займов, если не секрет? Займов много. А по-другому как? До банкротства или еще больше? Не-не, еще есть, еще смогу. А ему инки платят 6 монет. Да, инки не так много платят, как хотелось бы. Но надо очень, я очень большой сверхлимит делаю. Прям совсем печаль. А, Тайла, слышишь? Что? Смотри, короче, я же сейчас сменил форму управления. Если хочешь, я могу убрать твоего 1-3-3. У тебя будет минус 1 стаба и 20 легитимности. Но будет шанс, что у тебя будет хороший правитель. Ну, типа, лучше, чем 1-3-3. Если хочешь. Выбирай. Хочешь, нет. Такая рулеточка. А наследник у меня, это ничего такое, не? А, наследник пропадет. Насколько... Да, пропадет. Пропадет, появится минус, другой. Минус 1 стаба были? Да, и 20 легитимности. Ну, выбирай, короче, если хочешь, опять поменяю. Опять взрываться буду. Ну, давай. Ок. Так, давай. Бубук. Голландия упала. Наследник 6-5-1, кстати. 6-5-1, наследник хороший зато. Голландия упала у меня с острова. Ты правителя сразу делай этим... генералом, чтобы сдох поскорее. Зато у него трейд минус 2 беспорядка. У Пруссии определенно лучше. Что-то не ставим. Мне все-таки в душе пакостно. User joined your channel. Да ладно, Крайпер, это игра. Крамелька, я придумал. Да. Давай ты мне субсидии, а я отстеку. Уже, видите, пощади, а у меня и так голова болит, я заболел, но это не мучает меня. Нету денег. Недавно говорит про 30 монет баланса, и теперь нету денег. Боже, 50 тысяч сепаратистов из Китая. Какого хуя? Это пизды им надо. Где Китай? Там снизу с индусом сидит. Больные ублюдки. Ты меня слышишь, Ребельсон? Ребельсон. Он отошел. Эфиоп еще идет 40к. Нет, да он, я... нет, он повернул будет. Обратно, да. А зачем Геной пьет фанатиков реформаторов? Хотелось человеку побить. Картошка где? Да, нормально. Все окей. Ну я просто так чисто уточнить. Сейчас я всю армию приведу и окей. Кек. Генуя не освобождай. Француз наоборот нужны реформаторы. Где Ребельсон? Напомните ко мне, пожалуйста. User left your channel. Вот ямата-то. Дурашка так мало взяла. Кадуш, Минск. Ну, там еще, по-моему, это взяла Крайпер. Да. Нет, Крайпер... А, не, взял, да. Он взял Силезию. Отлично. Красавцы, повстанцы Венеции, шикарно. Пускай ну вот делают. Я на них и рассчитывал. Я тоже на них рассчитывал. Из-за этого я не могу Тимбукту присоединить, жесть. Придется, мне кажется, сейчас второй войной пилить марокканцы. User joined your channel. Я могу уже печатный пресс внедрить. Молодцы. У меня пока пробки. Эйвент на поддержку института. Ну, я знаю. Точно такой же эйвент и у француза. А вот остальные должны страдать.
1 200 000 потерь. Блин, где бы сюда мне... Ребята, смотрите, армии разделите, чтобы они уже не дохли. Вот эти вот 46 тысяч меня убивают, блин. Где бы... Где бы 100 монет раздобыть, народ? 100 монет? Да ты, блин, сейчас денег вообще никаких нет. 11 займов, просто вау. User joined your channel. Блин, мне уже второй правитель подряд это выпадает на снижение стоимости идей. Что Модена? А, где там остались чуть-чуть. Класс, Модена. Так, они куда-то идут? Острия куда-то идет. Это все про мувы. Француз. Француз, к тебе бежит огромная армия. Ну... Византии и Русинии. Очень много. Ребята! Я вижу, но там... Нет, не нападает. Нормально. Нет, давайте отступим. А, во, Франшконте. Точнее, Лотаринхи. Они в две бровки нападают. Подождите, у нас уже еще и Русинии, и Австрии, и Визы. Просто все они. Да. Еще и ФИО. Не, мы хотя бы в одной битве там можем затащить. Да, мы можем на вторую успеем. Если ты отступишь вовремя... Подожди. Что делать Гена? А, о, битва. Бегу. Кстати, возможно, мы успеем еще залететь. Гена, лучше что-то пробовать. Еще можно. Честное слово. А, не, нормально, нормально. Блин, Франция, куда ты отступил? Он сам отступил. А кто нападает? Зачем, папа? Зачем? Нет, остановись. Не, народ, народ, о. вниз идем, вниз, где минус. Смотрите, видите? Вниз а, идем. Минус, да, вниз, там срочно минус. Срочно вниз. Я вовремя оккупировал. Там минус. Там два минуса, там два минуса. У них там два минуса просто да, было да, сейчас. Ну, не зря сделали, что то напали. Много так, помогает. Я захватил Синцюхау. Я так и думал. Так, там тоже выиграли. Возвращаемся к засыпу героя. Ну, в смысле, опять так. Вокруг него стоим. Гена, ты нужно, стой, пожалуйста, в той Феррару крепости и никуда у них не просто уходи, пока я не возьму. У них просто из-за одной Феррары счет такой. У нас я потом поплыву кортику твою отобью. User joined your channel. Так. User left your channel. О, пушки вылезают. Сможете вкинуть, у кого есть? И Андалусия, отведи свои войска из Эльзаса. Зачем? Ну, потому что они дохнут от истощения. А, ну всё. Народ, если что, я отошел. Основной частью армии. Я сейчас не боец. Простите. Андалусия, пацаны дохнут. Пацаны дохнут. Я знаю. Бабка, можешь в Генуи нанять войск и отбить крепость Кремона у Дитика, который там вот сама. Кстати, если мне сейчас не повезет, у меня... Ладно, не буду это озвучивать. Что за много ушей? Верданс. Oh. Чем hello? Твоя японская война закончилась? Белый тем, мир? То, что я... у меня было 6 тысяч займов. Нет, не белый мир, посмотри, у меня все забрали. Все это что? Ну, забрали один островок. Ну, остров японский. А, вижу. Забрали Сахалин, забрали у меня Филиппины, забрали у меня кучу островов. Еще забрали Владивосток, отсоединили вассала, ну еще 6 тысяч займов. Ты очень хорошо сражался, я видел твои победы. Красава. Я банкрот. Ну, оно того стоило. Гораздо хуже капитулировать сразу, без боя. Так что ты войдешь в аналы истории как герой, как второй Ямато. Мне, кстати, повезло, посмотри, какой у меня флот. Он мне остался. Ага. User joined your channel. Красава.
Бенгали, можешь отдавать обратно мой флот до конца. Подожди. Я эти тебя добрал, куча займут. Все на... И французов, да? Сейчас. Сразу кидаю улучшать отношения, это ужас просто. Блин, а, нет, это ты должен, 30. Это ты должен. Да, кинуть. Я знаю, это в один брак заключен. Давай. Просто поймались на очередную хрень. Че, вы через минус напали, что ли? Нет, я не напал, но с минус 100 отношений теперь. Эх, ну немного бы еще. Че, еще... Знаем? Да нет. Вы через че? Минус 2 мы нападаем, ну это гениально же. Зато у нас по количеству больше. И потерь у нас в 2 раза больше, ну супер. Да вон. Да нет, под минусом воевать никто. Давайте отступаем. Да одинаково потерь, ты че, еще 15 тысяч негров идут. 25 еще тысяч украинцев идут. И моя лошадь. Главное это лошадь. Лошадь затащит. Лошадь тащи. Лошади всегда тащат, почти. Да вы прям лбы хотите разбивать. Там мой БД тащит, вот видите, я говорю, вот мой БД тащит, короче. Ну твой БД то само собой. Хотя у них тоже 5 БД откуда-то взялось. Это Андалузия. У Андалусии. Ну все, блокада. они проиграли. И лошадь врывается в бой. Вы сделали ставки на лошадей? Да, у меня плюс 80 мощи. Тысяча. И сердцу тревожно в груди. Я с следующими вообще дворянские возьму. Может, в соседнюю бровку отступил? Смотрите, полите это. Но там стена из крепостей, мы не пройдем, к сожалению. Да. Такой молодой и... Так, кто-то оставайтесь в СРД только. Я остаюсь, у меня генерал. Я отведу назад армию. Я с пушки свои дам тебе. Давай. О, я на фальш пойду. Ну, поздравляю, с другой стороны, ацтеки выигрывают. Ацтеки, тащитесь, мы морально с вами. Да. Да, вот именно, морально автомобиль. Мне кажется, что это немного два альянса, короче, что у нас, что у них. Не, у нас нормально. Нет, у вас особенно... просто генеральная кстати, заруба катки. Кстати, 15 тысяч гену разбейте там кто-нибудь на сайте. А чё Ямато тогда за них воюет, зачем? Он задник. Он вообще винт там играет наверняка. Это найс мем, играть в винт. И вновь продушивается мой. И 70 рекрутов у меня. А у меня уже всю войну меньше 1000. И 40 монет на подкрепление. Ежемесячно 700 восстанавливается, почти 800. Чё, пошлите Ямат, вот эти 15 тысяч разобьём. Этот, Эфиоп, или Мамлюк здесь? Мамлюк, да. 12 тысяч в Анатолии, побей, пожалуйста, 12. Иду. Саня, у тебя в лице стоит 26 тысяч, побей Геную. Где? Она осаждает этого Феррару. Блин, у меня через 3 года КБшка пропадет. Ну что за херня? На Рим? Да. Дайте пароль на... Кого у нас пароль? Кого закинуть? Я могу закинуть. Почему? Там даже 603-го у тебя. А, до 603-го? Тогда ладно, тогда воюем. Я что-то думал, у меня до 56-го. Ты вообще до конца. Мы можем, надеюсь, победим. Деньги в Лев, ну да, спасибо. Что говоришь? Я в пути, но я вряд ли успею. Сейчас, окей. Да там по восстанию успеешь победить. Скоро тортик сможет какие-то кидать. Чего? Перекинь туда. Не, они сами решают, кого перекидывать. Ты тортику, если шоу хочешь, субсидий дай побольше. Да не, мне картошка туда вообще съест. Да за 10 субсидий не съест. Я сейчас вообще Конга хочу убить. Ты посмотри, что он гад делает. Конга? Да. Ну так договорись с Тортиком, что ты ему субсидии даешь, он выигрывает войну, а потом он тебе помогает против Конга. В чем проблема? Картошка тебе нифига не поможет против Конга, а Тортик поможет, если договоришься. Ты его из финансовой жопы вытащишь, он тебе сильных ацтеков приведет. Так. Махинаторы все. Че, позвать его к тебе? Да нет. Кинь меня туда лучше. Не, не могу. Да господи, я им субсидии даю.
еще по ним, наверное, не примут. Так, так народ, я сюда стимула добавлю. Окей? Или ну нет? Давай. Да. И только если он будет шуметь, мы его кикнем. Хорошо. User was moved to your channel. Ой, крепость добавил. Взяли прямо сразу сходу. Ну, пошли в следующую в Рехас. Саня, давай 20 тысяч туда закидывай. Веду. Если бы у меня еще осадный генерал был. А у меня две осады там. А, нормас. А, кстати, почему вы смогли туда на осаду пройти, а я не могу к вам туда прийти на помощь? Hey, не знаю. Нападают на меня нападают. Да не, не нападают, они ссутся. Лёва, не Лёва, стой. Hey, wake up. Hey, wake up. Кто там, у кого проблемы? Я ж не могу посмотреть вейкапов. Как там есть пословица, что очень приятно наблюдать с берега за чужой войной, попивая чаек. Вот как раз такое же чувство у меня сейчас. Блин, мамлюкская армия от моих сипоров сосёт. Бедные мамлюки. Как можно быть такой страной? Не надо, он выиграет. Что поделать? Это... А на пальце ещё сидит игрок, нет? Что? Ты что, деньги отменяешь? Да, мне нужно выплатить за них. Мы вообще-то платим. Они к вам идут, они к вам идут. Ну попробуем постоять чуть-чуть. Не, не успели бы. Давайте вы подводите ту армию, там должно быть минусы или максимум минусы. Тут рощи, тут минус 2 будет. Тут минус 2, тут минус 2, надо просто будет отступать. Это из-за того, что с войны с пфальцем минус 1. Пройти. У нас, да, у пфальц через пфальц нет правопрохода. А, ну ладно. Дайте мне вот эту захваченную кровку у Франции, я 10 наемников еще наймусь. Ступайте оттуда. Че, Сань, бежим? Да. Эфиопия держим. Че, Лев, ты забыл, какие у нас были эпичные битвы в первой сетевой? Да, кого-то. А че за эпичная битва с пфальцем? Откуда вообще эта война взялась? А, Саня напал на пфальц между делом там, потому что его никто не защищает. А? Есть корм, есть этот. Правда, он ничего национализировать не сможет, говорят. Ну, да, это да. Ну так передаст Австрии потом. Нет, в этом точно есть прикол. Кстати, у тебя там 5000. Ты не сможешь взять? Больше. Слышишь, Сань, 5000 у тебя фризия осаждают. Где? Это что за мем? В Моравии, кстати, 24 тысячи. О, моголы пришли, топово. За кого? А, это мне кондотьеры, да. 5000 фризии посреди Польши так и стоят. Сейчас я найму свои. Где марокканец? Он не понимает, что это единственный его шанс выжить сейчас. А ему кто-то это объяснял? Я воюю с Андалусией и Тимбукту. А, все, нормально, видим. Отлично, союз разрываем. Отлично, вы союз разорвали. Ну, а что? Ты же не с нами в одной войне, я тебя думал в нашу призвать, а ты отдельно напал. Это они мне отдельно объявили. Так, пошли эти 36 тысяч. А мы не сможем там уступиться все равно. 36 тысяч французов стоят на обороне, они будут через минус нападать. Рощи, реки, давайте. Давай, тащите Эфиоп, виза. Куда? А, в где этот француз? В Барас. Я туда пройти не могу, призовите меня против пальца кто-нибудь. Я тоже, кстати, не могу пройти.
Да, это не за пальцы, это не понимаю, вот что это за хп. А, вы должны этот как-то через Эльза. У Трира проход. У Трира проход надо взять. Я могу взять все. Все, сейчас можем? Будет. Сейчас. Вас посмотри, можете или нет? Да, можем. Все, найс. О, все, я могу с пальца скоро сотку взять. Что такое? Нет, он мне про прохода не дал. Ребе. Я у него про прохода просил. О, они разозлились, всю армию свою привели. К себе? Такие негодяи, да. И двухзвездочного генерала с собой еще. Ничего, как. Меня убивают. Что-то больно. Что-то как-то, да. Сейчас еще 37 тысяч придет. Ну у меня, блин, престиж минус 3. Это у меня плюс 18. У меня минус 20. Надо купить защитника 67. Веры. Кто-нибудь может купить защитника Веры? Позовите Рашку сюда. Ой, сейчас. Я подхожу уже. Держитесь. До последнего. Карамелька. Все, Алёва. Да, Карамелька, что? Можешь мне дать защитника Веры сейчас? 30 тысяч пехоты идет мои. Ну, подожди хотя бы до марта. У меня просто война такая, мне каждый бедный на счету. Ну, блин, 5 морали, ну, господи, это вообще ерунда. О, как нас, как мы конечно, отлетаем. Конечно, ерунда. А чё мы так отлетаем, мы? А, кубик. Это эти ещё. У них минус 2, но... А у нас 0 кубик. 1. 1, да, блин, кубик просто топовый. Ну давай, девяточка и победа. Ай, Хастура за тот, Йоксатоп. Давайте всем богам куху гнемся. Любит ли тебя понтаун, Лёва? Отец Дагон и мать Гидры. 28 тысяч еще веду. Короче, мамлюк, продавай душу, Динчу. Идем помогать. Я за бога Императора. Ну ему тоже поклоняйся. Кстати, мамлюк может за Эфиопа вступить, за Марокко вступить. Не надо так. Я не буду. Он мне восстание давит, нормально. Я не буду в вашу мясорубку ввязываться. Но... Верденская почти. Да, кстати, почти что. Это выставка в Нормандию, блядь. Кстати, Сань, вот те 31 тысяча, когда возьмут крепость, в да, веди их вниз, не заключай мир с Пфальцем, потому что он ничего я не я коней даст. К вам сразу отправлю. Давай. Hey, wake up. Кстати, а что мне с пальцем делать? Я могу его завассалить? Нет, не могу. Ну, зато мы бота шотнем. Потери у них гораздо меньше, чем у нас, по-моему. Нет, одинаково. Тут никто не вейкапал? Я. Спустя полтора часа, Жак, ты серьезно? Перекиньте, пожалуйста, в Азию. Я уже 100 раз выходил оттуда, я же не знаю, кто мне вейкапает. Перекиньте, меня, пожалуйста. Ладно, перенеси на свадьбу. Да? Вас? Всех? Наемные. А, Сань, пушки давай в Ренес. Так, народ, паузу нажмите. Тут Крайпер хочет что-то переговорить с вами. С кем? User was moved to your channel. Все, перекинул. Да просто. Что у вас там? Да просто. Мы воюем, ты нас мы не воюем, воюем, а ты нам даже кондотьеров теперь дать не можешь. Я Крипер, не давай тебе предложение. Ты нападаешь на Нидерланды? А за них никто не сможет вступить. А у них их сейчас все войска в другой... А зачем да, ты мне Саня подписал? Крайпер нападает. А, так вышло, не сдались. Это ну... даст фору этому. Так... А куда вы все ушли? Я там один стою, осаждаю. Не, ну я понимаю, что вы... Крайпер, плохой. Нидерландов я думал раньше Крипер, по-другому. Нападай на Нидерланды. Ты чего решил, что их тогда защитить не будет? А потому что они все воюют с нами. У Нидерландов армии нету. А смотри, суть в чем. А из-за того, что Нидерланды с нами не воюют, то если они капитулируют с нами, чтобы защитить Нидерланды, мы все сможем направить Руся, против Нидерландов. Руся, а ты Любик не хочешь, да, типа, забрать под себя весь? Ты понимаешь, что с Нидерландами у нас нет перемирия? Если они капитулируют нам, чтобы защитить Нидерланды, мы вступимся в ту войну все. Вот именно. Ну, хорошо. Как-то тут многовато людей сидит. Ну и ты еще сюда хотел. Вот пришел, а теперь воюем. Византия, короче, все, нормально. Да. Ну, конечно, тут 100 тысяч эфиопских тащит. Да, да. Кормили тут 120 я смотрю на флот, вот, Витя, вот посмотри просто флот нашего альянса, вот по количеству. Кто тащит на море у нас? Ну, ты там прячешься, сидишь такой, там это такой. Кормили тут?
Кстати, Лёва, ты можешь попробовать... Ну иди сюда, говно собачье. Ты можешь попробовать в бой вступить, конечно, потому что там большинство французов. И там фрегаты транспорты. А, да, тут. Здравствуй. Ты там не хочешь немножко повоевать еще? Смогу я затащить? Еще раз повоевать. Ну ты попробуй, если что, отступишь обратно, если будешь проигрывать. На тебя нападают или что? Не, я хочу напасть. У меня еще корабли, кстати, не усовершенствованы. На кого? Да тебя уже спалили на записи, говори. Да. На Австрии или на кого? На Голландию. На Нидерланды. Ну... Слушай, если хочешь, могу... Там, вы можете сейчас нападать на Нидерланды? У Нидерланд все войска у меня. Ну, кстати, так, можешь потом отвечать меня против Нидерланд призвать, я бы там пару правок у него забрал. Да, кстати, слушай. Все голландские войска сейчас у меня, поэтому можете нападать смело. Там тупо нечему ему будет отбивать. Пошлите на Мауса, садим там типа луга. Край порта я фризию поменю. А то что он на тебе стоит? Мне нравится, как эфиопские наемники... Крайпера тут нету. Пацаны, нанимайте все наемников. Наемники — это сила. Вот я сижу, у меня 60 тысяч рекрутов, и типа вообще... Я сижу, что ты пишешь вторую, если... А, Крайпер ушел. Сань, подводи свою армию поближе. Слышишь, Сань? И там еще 5 тысяч эфиопа стоит. Мне что-то Фау написал, типа, присмотри за тысячным корпусом каким-то. А, у него там кондотеры стоят, типа, представители моголов смотрят за великими европейскими войнами. Что-то Матя хочет, но сейчас бы за Россию воевать за визу. Сейчас Матвей там нападет на Византию, типа того дегерой. Там еще 6 лет перемирия с Матвеем. Персию, короче, пилет. А Матвей с Персией поедет. Нападайте на Голландию кто-нибудь. Было бы неплохо. Не, если Матвей на меня нападет, то я сепаратом сразу выйду на репарацию. Чё-то на Голландии не хотят нападать. Да у нас почти 50 счета, сейчас у нас стоп-хит хватит. Кстати, да, 50 счета. Смотрите его счет, стоп-хит, я выиграл войну. Да, и сейчас массальчик такой прилетает какой-нибудь, да? И Осман спину ударит, бьет. Через перемирие, через минус 5 стабы. Я думаю, нам надо сейчас оккупировать Францию, выбить стоп-хитами Францию, а потом убить папу. Короче, мне... Конго есть еще золото, 600 монет, чтобы я флот грейданул, попробовал напасть. Вы на Голландию будете нападать потом? Это последний. Крипер будет нападать, иди поговори с ним. Ладно. Он с карамелькой куда-то ушел. Потом кому-то придется мне дать. Просто войну сразу. User left your channel. Че, дать? Ну, если взаймы, то не надо. Если так есть, то дай 600 монет. Супер, у меня еще 5 10. Так нету. Не, взаймы не уходи, ладно. И 80 лимита теперь. Оно того не стоило. А как, кстати, Священная Римская империя пропала? Она не пропала, там карту, если ты откроешь... Нападают на эфиопа. Так пропала, да. А, все, да, потому на что... На эфиопа нападают. Все, иду. Давай, Сань, закидывай армию. Иду. Там даже без минуса. Чисто в поле битва. Осадный корпус оставьте и нападите. Супер, самый крутой генерал умер. Опять, чего у них с кубиком? Почему потери такие? Луговец, ты не в ту сторону читеришь, я не понял, что за дела? Луговец, я сейчас приду, я крепость читери, возьму читери, приду. Давай. Все, да, все, вот, теперь иди. Поэтому негативных ивентов накидай. У них на 0.5 БД меньше сейчас, плюс у нас еще вольется сейчас 50 тысяч, 100 тысяч. Это все, ГГ можно писать Сазаксу. Вы туда не лезьте, сюда не лезьте, для моих союзников. Рим не трогай. Да. Ор. Просто ор. Деградируем потихоньку. Есть немного. Кардинал Марокко. Опускаемся до уровня Эфиопии. Марокко, кстати. Херово дела у Марокко. Марокко, я за тебя вступлюсь. Скажи, сколько там тысяч у тебя? У меня очень плохая армия. Нет, против тебя сколько там тысяч воюют? Почему у нас было 30 тысяч. А потому что кто-то через реку вступился. Это нет, они отдельно объявили мне войну. Угадать. Просто не знаю, может правда мамлюк поможет там, хотя 20 тысяч мамлюка, я не уверен. Да не поможет, они бесполезные. Хоть кондитеров. Я войну выигрываю, если мне кто-нибудь даст денег. Сколько? Жиза. Что-то мы отлетаем опять сильно. Ну хотя бы 200, а лучше 300.
Луговец, четыре кубики нам. Я четыре, увидишь семь. Это у них семь, балбес. 4-8. Ну это просто какой-то, не знаю. 200-300 голды, дайте, выиграю. Вот, 9-9. Я только что займ выплатил. Аллаху Акбар. Можете убирать свои войска, идите и дальше осаждайте что-нибудь. Куда? Во, пошлите в Париж, все. Туда идем. Можно я в Париж? Не, я не хочу в Париж идти. Там мне. Можно негров. Давайте негров в Париж пустим. Негры срут на Красной площади. Да, все, угодья, давайте в Париж. Ой, Красной площади. Тьфу-тьфу. Да у меня 125 десты тоже, кстати. У меня 102. У меня просто 105. Порядок в Эфиопии на видео. В принципе, типа, мне самое выгодно, чтобы на меня первого нападали, потому что у меня наемники. У меня типа вон, у меня сейчас 50 тысяч рекрутов еще есть. У меня нету рекрутов, но у меня тоже все наемники вообще. Да, я еще много могу взять. Тортик, красава, респектую. Я тут пытаюсь кого-нибудь. Они просто не верят, что я их бью тут на острове. Скажи им, что я говорю правду. Ну только что победил. 40 тысяч против скольки? Против 50. Я не знаю, сколько их там было. Мне кажется, около 70. Ай, гулять так с песней. Помогите кто-нибудь. Бу-бу-ру-бу-ру-бу-бу. Ой, пока у вас там войны, Россия с Финляндией процветает. Финляндия скорее, чем Россия. Дала, не хочешь еще столицу качнуть? Я не видел мои техи и идейки. Но я качнул. Ну, так на самом деле догонять же как раз самое то. То есть закидываешь шпионов и с отставанием по теху так быстро летишь. Блин, я тоже хочу стать вассалом карамельки. И я хочу стать вассалом карамельки. Все в ваших руках, ребят. Ну, у меня слишком много развития. Я уже королевство. А, тортик. Да. Посмотри, сколько стоит вернуть все твои провинции. Ну, это 100 счета будет, плюс-минус. Вернуть эмоционально. Нет, это будет точно меньше, потому что возвращение дешевле, если это, ну, корки. И там плюс автономия. А у него не на все возвращения. У него наполовину, наверное, примерно возвращение стабильно. Ишка. Вить, перекинь меня к Сане там, ну, ты всему этому. Карамель, а теперь? Хорошо. А что теперь? Ты о чем? Ну, ой, кайф, вообще кайф. А слушай, я же тоже могу ее качать. Кстати, реформировался ведь, так? Всех. Лукашу, без дела. У меня флот не опыт. К вам Ямато. Ямато, что ты хочешь? Ямато тут. Ямато, ты что-то хотел? Ну, во-первых, можно ли скорость повысить? Нет, Тёма остаёт всё время, всё равно. Сейчас смотрите, короче, все кидаем потом союз с ацтеком и пилим в Нидерланды. Да, топ-топ, так и не вижу. И только Нидерланды сейчас против нас не воюют, а вы хотите их пилить, мне кажется, это ненормально. Да, просто у нас от стека не воюют. А у тебя проход не дал. На самом деле, если Ребельсон помог Франции, у нас бы дела гораздо хуже были. Ну, это да. К сожалению, Ребельсон ничем не может помочь Франции, потому что от стеки хорошо справляется. Алло, Хуакбак. Ладно, Вить, давай Ваню отсюда. Ваня, сорян. Ваня, уходи. Ваня, Марию потом отдам. User was moved out of your channel. Наверное. Нет. Может быть. Но это не точно. Я могу с опережением 13 тех взять. Я уже взял. Я уже взял. Окей. Лёва как отстал. Я, представляете, я за время этой войны закрыл 7 наступательных идей. Это вообще что-то. Все, Париж пал. Да, союз ацтеку и пилит Нидерланды. О, сейчас они первый никто не видит. Никто не видит, они ничего не сделают. Ах ты ж шпиончик. Какой сейчас меня сдадут. Вов Ранчо Конте. Витя, какая самая развитая провинция в мире? Тяжело сказать. Да? Че, аж все вот так качают, да? Не, просто это же надо искать, смотреть, а тут такое происходит. Ну, вроде столица Конги. Она бешеная, она 55. Артош, мы идем налево? Ой-ой, блин, да. Мне там... В лимузин идите, слышите? Лимузин. В лимузин? Объедини полки. Да. Объедини полки там. Лимузин. В лимузин идем. Заезжаем. Садимся.
Ой, ё-моё, годно. Не, ну армия Франции — это говнище просто. Я не знаю. Хватит сокрушаться. А, там понятно, просто эфиопы 13-го интех. Нет, тогда понятно, что у нас тут шансов вообще не было, потому что мощь артиллерии — это имба. Да, и там чисто еще 17 пушек эфиопа, ну понятно, это жесть. Кстати, если что, мы как бы отстаём. Англичане, ты не хочешь Марокко попилить? Сейчас? Нет. Дима, ты меня звал, нет? После войны. Пруссия заключили союз с отстаком. Там... Короче, Пруссия хочет напасть на Нидерланды. Я бы сказал, да, понятно. А можно грустную музыку, пожалуйста? Можно. Тебя плохо слышно. Не, кстати, у отстаков реально-то шансы вам, есть. Ребят, вам, у них огромный шанс, вам будет больно. Вы увидите это. Я сидел в той комнате, о, знаете. Ты заебал, сходи отсюда. Заткнись. Никит, ой, как ты не отсюда? Никита, выйти. Понимаю, мне уже нет своей дома. Блин, ну Картох, ну даже всю армию к себе веду и тупо воюю против него. Потом... А, ты не вытащишь? Подожди, сейчас. Стоп. Не, ну я предлагаю тебе тоже всю армию увезти и ставить Стиву быстро могу берёться. Я пока нормально. Папа, стой, не веди туда войска. А, ну там уже без шансов. Ну ладно. Сейчас, кстати, не стоп хит мог. Отступаем, да. Господа, из лимузина, отступаем. User joined your channel. Ох, народ, это жесть. Пруссию призвали. Еще лучше. Пять? Слушай, стопор. Подождите, а я агрессор против ацтека. Ай. Да. Папа, да. Что нам делать? Переговоры. Вовремя. Париж взятый такой, переговоры. Картошка, по этому моменту должен быть видос, даже знаешь какой, да? Переговоры, это пираты Карибского моря. Не, Ребельсан, у нас есть шанс, если мы полностью захватим ацтеков. Я тебе это говорю, что давай оккупируем его все равно. Да, полностью оккупируем. Слушай, ты... Вот, стопки ты просто, надеюсь, выведешь. А, смотри, ты в микс можешь выйти? Да. Микс, ну иди в микс, и там еще крепость горная. Надо, короче, все горы быстро оккупировать. Так. Ой, блядь. А кто сможет против Пруссии? У нас Андалусия не воюет. Да потому что Андалусия армия тоже все отвела. Андалусия против Марокко воюет, потом просто Марокко союзы кинут, опять все призовутся. Марокко напал... Да, Андалусия напала на Марокко отдельно. Ты серьезно, блядь? Конечно. Ты что такой за охуенный союзник? Ты нагнал меня, блядь, на нас Азотопа? Сейчас что такую хуйню исполняешь? Ты серьезно? В смысле? А что не так-то? Ты же и спрашиваешь, блядь, что не так? Ебать, не, нет, все нормально. Ты, блядь, мешал Византии воевать с Османом? Я им не мешал. Они там. А его я внутренний раз приостановил, господи. И чё? Я воевал там раз. Нет. Ну да, он мне сказал, ты там крепости заходил. Я забрал две провинции. Папа, тебе стопки кидают? Ничего не дали. Нет. А, ну значит они стучат, окажись, потребуют. Там крепости в горах уже сейчас тащут. А, Франция, сколько займут? Ноль. Ой. А, ну ясно. Да, это нормально, да? Чего? Рекрутов только нету, но это не проблема. Я вам скажу одно. Только приходит куда-то колчак, походу все вокруг рушится. А, кстати, а где Ребельсон? Ребельсон здесь? Смотри, из микса в горы быстро армию веди. Да, именно в горы. Сейчас, постой. Сейчас, стой. Не туда. А ты можешь как-то не так вести, а нормально? Или... Нормально, ты вниз, как? Влево, вниз. Нет, влево, еще левее. Вот, сдал, да, вот так. Нет, все, нормально. Остановись. Нормально, стоим. А иди стояли, Картош. Не, просто я имею в виду, я теперь понял, ты можешь, если что, туда прийти, и все окей. Окей. Не, ну смотри, у меня на континенте есть крепости, слава так, богу. Не, народ, если что, то я как бы остановил внутренние распри и нормально, пускай меня оккупируют полностью. Тоже, ну как? Я про ту часть, которая... Народ, ну вот как бы я острова. Могу, в принципе, нет, капитулировать, острова. Если очень хотите, но нет, как бы... Нет, пока не надо. Но мне нормально... Нет, все, нас отрезали от города. Призовите Бенгалию. Бенгалия затащит. User joined your channel. Вторжение поведем по приколу хоть какое-то. Пойдем в холмы, в Lyonnais. Lyonnais, в холмы. Тиму, ладно, толпой. Ты подслушиваешь, не стоишь. Ты можешь хотя бы сейчас ацтекам отменить субсидии, учитывая, что там Пруссия воюет против нас еще?
Толочь ты такая. Призывай Бенгалию. Да, картошка. Бенгалия, призывай. Я ничего плохого не делал. Пошел ты нахуй. Еще и вон напал. Вы проигрываете, потому что Андалусия воюет в своей войне, Картоха с Ребельсоном воюет в своей войне. Короче, народ, шикарные. Я в свою просто войну. Все разошлись по своим войнам. А Франции оно надо. Вопрос. Да. Да-да-да. А там еще что-то, что папа Франции исполнил, а что у Франции вообще не надо. Учитывая, что у Франции фул оккупации, уже усталость, блин, десяточка. Оно и как раз больше всего надо. Не, народ, в любой непонятной ситуации переговоры. Ну, раз четыре. Переговоры. Картошка. Не, я скоро... Да, что, говори. Ну, да, папка, да. Отойди, стой. Что? Денег тебе кинуть. Да, кидай, пожалуйста. Я уже считаю, не воюю. Ты помнишь, говорю, типа, пока я воюю за папу, ты мне деньги не кидаешь. Так вот, можно сказать, я уже не воюю за папу, я всей армии Сибаса. Прикол белый кинул, короче, сейчас прикол. Бля, это тот момент, когда я... Субсидирую обе стороны. Есть давай, кидай. Воевать против... Господа, есть смысл воевать против Пруссии с 66 и двумя генералами трех звезд? Нет. Слышь, стой. Пока у тебя до 20 счета, ты по репарациям можешь. Прямо сейчас иди в горы в Дауфина. Дауфина в горы иди. Да, вот так. Если не Дауфина, а Дауфина. Меня не волнует. Да потом еще он сдохнет просто. Нет, имеют до 20 счет, так главное, внимательно сиди, и разница? Они обязаны принять мирные репарации, окей? Слышишь меня? Ага. Выход есть один. Так, уже минус. Переговоры. Переговоры. Переговоры, давай. Срочно. Капитуляцию пишите. Че ты кажись? Короче, я понял, я буду всю ночь делать ролик про пиратов. Тортиковая Мексика. Мексика. Короче, ты офигел, ты куда Мексикаине. Мексикаине. Мексика, так и называется. Нет. Короче, нас закинули, мы тут чисто с папой воюем. Да, да, чисто вы с папой, короче, вы все сибасы просто. Дима. А чё за странные выборы? Подожди, Дима, алё, надо Дима, капитуляцию писать уже, тут бессмысленно. Дима, Франция, Дима, Франция. Да, я согласен. Папа пишет капитуляцию. Подожди, Дима, Франция. Помнишь, когда-то давно, Дима, Франция, помнишь, когда-то давно на твоей замене кто-то сидел, и мы тебя позвали в войну. Ничего не получилось, ты сказал своей замене. Витя, ну, да. Ты знаешь, что делать. Знаешь, Слава, помнишь, Тём? Помнишь? Ну, было такое дело, да. Дима, ты знаешь, что делать. Смотри, Нидерланды. Да. А, боевые корабли, какие есть в Европе, нам надо поставить их в Копенгаген. О, хорошая идея, кстати. А их нет. Барки, да, все, на самом деле. В Копенгагене есть боевые корабли. Все говно, иди. Все плавучее говно. Да. Капитулируй. Капитулируй, да, уже. Нет, пора. Вы правильно говорите, переговоры. Кинь все, блядь, папа, капитулируй, не кинь спину. Переговоры. Папа, не капитулируй. Сейчас от Франции возьмут 100 счетов, да потом капитулируй. Папа, да подумай. Кстати, еще этот француз реально взять могут. Ну, и надо. Да, по двойной стоимости, да, блин. Да плевать. А, там Ребельсон обидится. Да. Не, мне интересно, Ребельсон обидится, когда его Пруссию захватит. Это минус 101. Через 3 дня его возьмут. Кого возьмут? Кого? Смотрите свой счет. Ты не хочешь, что мне все пробки передавай там? Не, нормально, слушай, пока нормально. Ну блин, ну если посмотреть свой личный счет, чтобы я вовремя вытащил, как говорится. Ты сам тыкай на себя и смотри. Ты скинул на войну. Ты молодец. Я тебя горжусь. Вы агрессор против ацтеков? Да, я агрессор. Всего доброго. А, Франция! Нет, Франция, лучше отношения с ацтеками, пожалуйста. А, типа, эту самую штуку провести. Да, я соперник твой. Я только один вопрос. А что здесь в этой войне вообще забыло фигоп? В какой из? Той, который он был. Или есть. Инди, что забыл пруссак в ацетском завоевании? Вот скажите, пожалуйста. Передай мне все пробки, пожалуйста. Да, вот именно. Он тебя хочет. Ребельсон. Да флот бьет, слышишь, Нидерланды?
Нормально, своим держимся. А что, забрали? Нет, там... Подожди, посмотрите, прусский флот спокойно бьет нидерландский. Не спокойно. Только... А, все уже, все. Жух. Он отступил. Он отступил. Реберсон, стой там, Реберсон. Да, стой. Ну, флотом, флот, я имею в виду. Армии, двигайся дальше. Хотя нет, все, пока стой, нормально. Передавай мне провки, пожалуйста, все, которые ты захватил. Картон, у меня две крепости взяли на континенте. Я твой счет смотрю. Сука! Минус 7. Блядь! Илья! Блядь! Чё? А почему ты кинулся у Семенина? Можно объяснить? Из-за того, что эти пидоры держали оккупацию, у меня банкротство. Почему ты кинулся у Семенина? Можно объяснить? Сука! Какого? Что? Прям банкротство? Какого? Убирайте свои кораблики. Ты кинул вас, ты кинул папу, ты кинул Францию. Ты взял, ушел, блядь, воевать. Ты понимаешь, что у меня войск нет? А может давайте тоже воевать в Марокко войска есть, а воевать тут войск нет, да? У меня с Марокко 9 тысяч. Люди, уберите свои кораблики, они мешают. Подписывай уже мир. Кораблики уберите, мне нужна Венеция. Потому что капитулировал, ну? Я капитулирую. А там повстанцы и кораблики блочат проход. Все, все, они уходят. Картош, я никогда не могу пойти войсками, потому что там крепость не взлетающая. Так, Дима. Да. Ты абсолютку прожал? Чего прожал? Абсолютку, абсолютная марта. Да, да. А, ну все, все равно не важно, все. Все равно не важно. Нет, все четко, бабло, нормально, рекрут 0 на него становится. Сойдет. Ну, как бы папа заебанил, папа молодец, папа похлопал, все заебись. Не, а ну мы много проблем создали. Если я им продал Венецию, хуже было бы, они только бы потом напали следующей войной, и у них было уже была Венеция. Ну, не об этом, папа, а они потом какую-то хуйню исполнили Корсикой. Ой, да забей, вы все равно все вступились, так что забей. Ну, действительно, вступились? Через сколько лет во Франции вступилось? Через год. Нормально, а, там нормально. Даже через держались. Полгода, по-моему. Ну тогда ладно. Ох, кстати, Франция. Побьёшь нас с Надя? Франция ничего не делает вообще, все. Ой, у меня сейчас шок порвой будет, короче. Лёва, пидор. Чё, он их забрал? Почему Англия не может призвать против Ацтека? Людей. Чтоб мы им лицо набили. Что еще раз? Что? Англия не может призвать людей против Ацтека. О, да, я а Андалуза призовем, готов? Андалуз по карпе, нет вообще. Дим, против там? Ацтека тут скоро весь мир воевать будет. Чё-то Ацтек какой-то крепенький. Реберсон, да. Я тебе торговлю сейчас опять передам, потому что она перестала идти. Да-да-да. Меня а нет, просить. Ты должен меня просить. А, да. И можешь передать мне все крепости, пожалуйста, у ацтеков захваченные? Сейчас. И смотри, в Тепинак иди. О, блин, ты же не знаешь. Смотри, ты видишь Тепек? Боже, какой ужас. Иди ужасно. Туда, да, иди в это говно, а, короче. А, Византия, короче, говно. Рим-то тут, понятно. Да понятно. Как бы это... Нет, вау. Слушай, это было да, просто да, удивительно. Вообще. Ну ладно, ребят, я запомнил свою интервью, слышишь? Так, Дима, мы, короче, все, Франция будет связаться с другими людьми. Я понял, пойдем наверх, в Османа, поговорим. Сейчас. Артош, чему лишь сейчас смотреть? Когда я уже могу валить отсюда? Нет, пока держись. А, отстыки ноль, я вижу, нормально. Витя, береги меня. В смысле неправильно, где смотришь? 13-м. Томатка. Куда тебе что, перейти? Так, иди, пожалуйста, в Тепинак, я тебя же попросил, Реберсон. Я пошел. Нет. Тепинак? Это Запотек. Запотек мы уже захватили. Ладно, короче, все пушки в Тепинак отправь, это слева от... 100 тысяч? Серьезно? 100 тысяч, чтобы покорить ацтеки? Да конкистадор вам в лицо плевать будут за такое. Витя, плюй, у меня армия какое-то говно. Нет, это просто жесть или партия, я не знаю. 100 тысяч? Вы издеваетесь? Ну это Англия. Это Англия по качеству, это знаешь как... Мне кажется, что за всю партию тебе это завоевание просто не окупится. И Нидерландам тем более, да. Нет, учитывая, что еще и Пруссия вступается, конечно. Обожаю эту игру. Насколько быстро армия Англии ложится под пуск. Зачем я вообще за папу вступался? Когда против него просто Византия, Эфиопия, Руссиния, Австрия. А еще и Андалусия гениальная, вот с Марокко.
Тебе бы жаловаться. Нет, Марокко, да. Я просто пошел наперекор. Он бы все равно в войну вступился. Это просто была заготовка заранее. Все равно мне марокканд спилить. Хоть пушки оставь. А, ты же оставил. У меня нет пушек. Какие пушки? Чего оставлять? Да? Понятно, если Византия сейчас опять вернет пентархию, то да, в следующей битве все уже. БД у него будет. Какая следующая битва? Тут уже все, капитуляция. Да. Ладно, хоть я из-за ацтеков, но вам нет. Удачи выиграть. Да пошел ты, что... Витя, пошел ты. Удачи вам не нужна, ладно, забирай ее с собой. Ну тогда кидайся, Витя. Ты за кого там решил вступиться? Рим вернут на национал... этому, вернули. Жаба. Это праздник просто всего римского народа. Ууу, инки будут воевать, это круто. Так, 15 месяцев перекрещиваем Рим. Да, мы так, кстати. Ну все, победа. Ну, для кого как. Вместе мы их изи выбьем. Завоевание Рима, ура! Так, где товарищ Мамлюк? Где ты, на Балканах? Стимул сколько у тебя? 75 тысяч. И у меня 38. А сколько можно кондотеров давать? 10% от лимита? 10-20% от лимита, но не меньше 10. Ацтеков, Витя, посмотри, сколько у Пруссии лимит. Сейчас. Помогите кто-нибудь на континенте. 100 тысяч. О, да, у Пруссии 100 тысяч лимит. То есть я могу 20-ку им отправить? 100 тысяч, да, 20-ку можешь. А что так много у Пруссии лимита? Да нормально. У меня 80 всего. Спасите, помогите! Это... А нет, у нас с Англией перемирие. Типа мы не можем за Марокко вступиться, да? Можем. А... Не, вступиться можем, это кондотировать нельзя. А давайте вступимся за Марокко. Давайте. За меня вступаться а как мы пройдем? За меня просто денег нужно давать, и все. Я поступился, но объясните, как туда пройти. Через Византию, мама. Я тебе право прохода дам. Я войну выигрываю, мне просто деньги нужны. Саня, за меня вступись. Вот просто топчик. А ты меня просто... видишь? Первый ивент вышел, мне дали скидку. Жалко. Тихо. Ой, я вижу, как Пруссия. Че там Пруссия, тебе надо еще флот в Балтике? Восточные Фризы. Кстати, австрияк, дай мне право прохода. Ой-ой, на Голландию идут. На Голландию идут. Смотри, Гоинги, давай я тебя кину, и ты посмотришь. Угу. Сейчас предложить. Вот эту хрень. Нет. Этого мало? А что ты еще хочешь? Это 70 счета было. Ну, Крайпер, ну будь человек. Что ты еще хочешь, скажи мне? Там против нас еще... А, точнее, против меня еще и стимул был. А, точнее, он сейчас уже воюет. И довольно неприятно. А, Реберсон. Я да. По репрессам хожу. Не, пока подожди, счета. Я с Крайпером. 20 счета. Да я с Крайпером говорю, Крайпер. Бьет кровку, у меня будет уже больше. То есть выходишь по отдельному миру на 20 лет. По отдельному миру репарации. Постой, я сейчас я с Крайпером договорюсь. Крайпер, ты хочешь еще какие-то провки или ты не выйдешь? Я говорю, что я хочу сюда. Абсолютно все. Хорошо, я не пущу его дальше. Постой. Ну извините, ничего личного. Просто... Дай я поговорю. Ну сейчас договорюсь. Просто смотри. Репарация. Да не выходи сейчас, я с Пруссией, если договорюсь. Ладно, Пруссия, я согласен, но можно не на всю Данию? Нет, я отказываюсь. Ладно, я согласен на всю Данию. Ой, вот это ацтеки золотые вышли. Я помогу тебе намного больше в итоге. Не, Тортик, пусть выходит, это отлично. Это ацтеки, которые вышли дороже, чем...
Недорожье. Пипец, картошка, ты чё творишь? Прими капитуляцию, и всё. Капитуляцию? Ты чё, ёбнулся? Нет, отстань, пусть собирает Америку, и всё. Реально, ты больше получишь, просто потратив эти деньги на колонии, вы Америку просто с отстекой поделите. Короче, Витя сказал, что я типа либо вступаешь, либо мне капит. Хорош, у нас время идёт, говори уже. Что? Что, капит принимаешь? Подожди, Пруссия, ты согласна вообще, нет? А где она? Пруссия. User left your channel. Да сейчас бы Англии потерять на 100 счета. Ой, еще по той войне на 100 счета. Я прекрасно нахожу. 200 счета, пипец. Так у тебя минус 22. Уже минус 22? Да. Минус 20 ровно. User joined your channel. Минус 22. А, нет. С ацтека минус 22 что-то. А, да пофиг. Ацтек ли Германия? Смотри, ты здесь, Ребельсон? Я тебе провинцию передал, сколько у тебя счета? Ну, где посмотреть? Минус 21. Смотри, поставь на паузу сейчас опять. Я тебе передам провки. Угу. Смотри, я тебе передал, сколько счета сейчас? 21. Да ёбаный стыд. Что еще тебе передать-то, а? User left your channel. 21. Все передал. Все? Да. Все, давай, они обязаны теперь принять репарации от тебя. Все, торт. На репарации. Ооо, вот это ивентик. Что за ивент? Сейчас я посчитаю. Ну, да. Короче, Ребельсон, ты сейчас из войны, когда выйдешь, сможешь меня побить восстание на родине? На пусть я принимаю. Ну, поставь на паузу, и он принял, нет? Сейчас не принял. Тимон, можешь ты хотя бы не воевать в этой войне? Серьезно. Тимон. Его тут нет. Есть Тимон. Гадина. Кажется, у этой Англии на этот раз ничего не получится. Но будем надеяться, что что-то интересное будет дальше. You were moved. User офигеть. Left your channel. Потерешки. User joined your channel. Чё у вас? Выключает? Тортик. Сейчас будет все. Да, в принципе, смотрите, а кто сказал, я могу Лондон забрать у картошки? Нет, претензий нет. Только с претензиями, да, можно забрать? Кого? Лондон? Нет, здесь такого правила нет. Окей, жаль. Ну, в смысле, я имею в виду, что нужно претензию иметь на столице. Ну, сколько у тебя флота? К сожалению, нисколько вообще. Английского флота. Английского вообще не стоит нисколько. Но я не вижу, сейчас у меня... Тоттер, я тебя вижу. Мне. Почти. У меня 20 почти. Крипер, а чё ты вышел? Флота я не вижу, к сожалению. Я не вышел. А с Нидерланды там. User joined your channel. Крипер, а на что был мир, если не секрет? Нидерланды на репарации вышли. Блин, так можно было? У него внезапно соскочило на 20 счетов, потому что уже не требует нельзя. Нет, Крайбер, если бы ты сказал, Тимал, пойдем один, я бы забрал сколько захочешь. Да не надо, там все равно не следующий. Ну я понял. User left your channel. User joined your channel. User left your channel. А как в правилах было сказано, менее 20 или ну, вот интересная формулировка просто, потому что, возможно, она допускала 20 варскора и не позволяла выйти из дневника. Вот. Ну, скорее всего, так и было, я не знаю, почему они вышли. А, Стимул, ты идешь? Карамель, повлияй на меня. Еще. Стимула тут нету. А, его ж картошка позвал. Витя, посмотри моих врагов. Там есть интересный субъект. У нас проблемы. Боже мой, если я как-нибудь выиграю эту войну, я просто... Сань, можешь, пожалуйста, кинуть 25 монет? На дипломата нет. Ну кто-нибудь, кинь 25 монет. Скажи ацтекам.
Карамель спасай. Жаба. Франция, похоже, да. будет начинать нападать на папу. Это батя, я устал это терпеть, я люблю. Вот. Я понял. Батя, ты куда? Как же вы без тебя? Митя, это все на твоей совести. Стимул, не поможешь с займами? У меня тут. Камель, ты без морали нападаешь. Она восстановится в апреле. Все нормально. Я тебе закрыл экономику и реформировал. Все просчитано. А ты должен был поменять идею. А еще я запилил папу, он теперь ревает. Так смотрите, а ты понимаешь, что сейчас Франция нападет на папу? Идею поменяй, я тебе 50 субсидий кинул. А хотите прикол? Чего? У него перемирие до 62-го. У него все? Перемирие, а потом... До 62-го. Рассказать вам прикол? То, что в Мексике, это на 27 счетов. Все в Мексике. Да, вот поэтому я и воюю с тобой. И на весь остальной счет... Берите пробку в материке. Слушай, может, я сейчас нападу, господи, у него банкротство, мне нужен, это всего один союзник. Давай, нападай. Или мне нужны деньги, чтобы я нанял свои 35 тысяч. У меня займ. Картошка возненавидит. Ну ты нападай, но тебе нужен союзник, потому что у нас у всех-то перемирие, мы ничего не сможем делать. Да. У Марокки, а знаешь, в чем херня? Можешь поговорить с Крипером? Вообще спасаю человека, которого я поклялся выпиливать в партию. Помоги мне освободиться. Ну, нет. Стоп, кто пришел? Я пришел. Смотри, ты должен меня оставить, но... Катюшка. Что? Может, ты оставишь берег для Реберсона в 13 колонии? Подожди. Выйдите, пожалуйста, все, кроме Жабы и Yellow Rabbit. Никит, выйди. Всё, подожди, выйдем. Если ты собираешься говорить секретную информацию, мы же скоро заканчиваем. Предупреди. Прям вообще скоро? Ну, что? До скольки? Нет, тогда Витя тоже выйди, пожалуйста. Хорошо. Не, Витя, вырежи этот момент, пожалуйста, вообще просто, если... Не-не-не-не-не-не-не, я просто выхожу, ты ничего не говори пока. Все, я ушел. Все мы знаем твои предпочтения. Мои вкусы специфичные. Че, Женя, все, а за тот... Нет, у него еще перемирие. Ой, он сейчас вступит. Он сейчас вступит, смотри, защитная война. Залагало. Ну что-то как-то... Я могу подсубстилировать вас под Флёва, на самом деле. Лучше... Давай, кидай все, что есть. Я в минусе. Хотя, Лёва сейчас смотрит просто. Лёв, извини. Не хотел. Только не бей. Эбисон, кидай деньги, я в минусе. Just give me money. Ребята, у всех застряло. Да. User left your channel. Походу сейчас будет перезаход. Не, сейчас там догоню. Она отлагает. Это катушка. User left your channel. Погод, у тебя по лимиту армии нет? Да, почти по лимиту. Ребят, по-моему, Тёма ливнул. Не кажется? Нет, вообще нет. Почему он контрол запустил только что? Слава Богу. Пойдёт контрол. Почему так что контрол запустил? Может, решил поиграть контрол? Да, на втором контроле. А, передай мне, пожалуйста, все провки, которые относятся к узлу моему торговому. Могу у тебя по лимиту армия, да? Да. Гуджарата у тебя? Нет еще. У меня просто не хватает мани на наемников. Ага, вот понимаю. Вступился кто-то еще. Нет. Да. Нет. Ладно, он просто отбил все крепости, я понял. Спасибо. Нанимай. Спасибо. Я тебя не забуду, наверное. Ага, только взаймы сейчас я упаду. Пал, веди войска. Армию. Кто к тебе нужен? Пушку. Мне нужно 2 монетки субсидий сейчас. Минимум. Через 20 дней будет. Хорошо. Слышишь, Саня? Ладно, зачем? Я не картошка обижаюсь. Ну да. Красава. Правда, Майами под Нидерландами. Обидно. Хоть и хочется, чтобы ацтеки выиграли, но картошку жалко. Не надо, не лезь. Что... Оно тебя сожрёт. Этот прикол. Нидерланды, побей. Спасибо только тем, кто вступился в эту войну. По-другому у меня никаких бы шансов вообще не было. А мне тоже спасибо не скажешь? И тебе спасибо тоже. Спасибо. А ты чем помог? Да ничем. Морально. Так, было кое-что. Деньгами, что ли? Не, просто понимаешь это. Вот.
Пруссия это прям стопроцентное кидалово. Вообще. Я никого не кидал так стопроцентно. Не, я имею в виду для меня. Я тебе не кидал. Нет, типа ты вступился, я смог кинуть карту. Тима, ладно, а ты-то зачем пришел отбивать? Я бегу. Не, ну блин. Я понял. Только один начал. Слушай, Никит, а ты не хочешь повоевать? Вообще угодная тема. Да падла, что ты такой быстрый. Не хочется, картош. Карамель, смотри на столицу. Чё там уже есть? Вижу. 3 года. Это, пацаны, надо начинать сейчас, потому что Франция сейчас собирается нападать. На кого? Великобритания.